вообще определиться, кто же там... Так, это... Это национальный чемпион Литвы Джедиминас Богданас упал. Да, из Ажедуар. Похоже, не поместился он просто на этом полотне. Видимо, как тут плотно расставлены бордюры. Ну, в принципе, это мы привыкли видеть и на Рубе, и на Фландре. Дело в том, чтобы избежать выезда гонщиков за пределы брусчатки и проезда по тротуарам, где этой брусчатки нет, ставят ограничители. Но из-за этого достаточно узко становится, и не все могут помещаться, и в результате такие заторы и падения. Да, очень, очень узкие дороги здесь. Собственно, на ваших экранах только что была специфика, да, специфика и Тура Фландрии в том числе, и, может быть,